В День семьи, любви и верности во Владивостоке вручили награды за любовь и верность семейным парам, которые прожили в браке более 25 лет. Друзья, я вас искренне поздравляю. Мне еще на моем семейном пути еще идти вперед всего лишь 15 лет. А понимаю, что нас, для кого вы являетесь примером, очень-очень много. И мы хотели бы прожить такую же счастливую жизнь. Я понимаю, что всего было в достатке. Но выйти на эту сцену, улыбнуться и смотреть друг на друга, ну, влюбленными глазами, глазами полными любви, это очень дорогого стоит. Я вас поздравляю от всей души. Убежден, что именно вы наши герои, именно вы пример для наших поколений. Благодарю вас. Медали и нагрудные знаки «Полевая ромашка» вручили 15 парам. Самый большой стаж брака из награждаемых в этом году числится за семьей Дудинских, которые прожили в любви и согласии 65 лет. В совместном браке 65 лет Валентина Дмитриевна и Александр Иванович познакомились еще в школьном возрасте, проживая на территории Белорусской Социалистической Республики. Супруги воспитали двух детей, которые стали достойными членами общества. Есть внуки и правнуки. Восьмого июля 2022 года указом президента Российской Федерации Владимира Путина Всероссийский день семьи, любви и верности официально установили как праздник. Артем Белов, Диана Иванова, новости на Восьмом.